ходе административной реформы были упразднены администрации сельских и городских поселений. Теперь городской округ разделен на территориальные отделы. В связи с этим в поселениях начали работать ликвидационные комиссии, задача которых – подготовить старые органы управления к окончательному закрытию. Работе одной из них в совхозе имени Ленина было посвящено заседание бюджетной комиссии Совета депутатов Ленинского городского округа. Контрольно-счетная палата проводит в настоящее время проверку деятельности как администрации совхоза имени Ленина, так и двух бюджетных учреждений. Пока есть определенные проблемы в части предоставления объективной информации. Напомним, что 29 мая в ходе заседания Совета депутатов выяснилось, что у двух муниципальных организаций – Центра культуры совхоза имени Ленина и Центром физической культуры и спорта – возникла задолженность по аренде и коммунальным услугам. Контрольно-счетная палата, которая проводит проверку этих учреждений, столкнулась с неожиданными трудностями. Ликвидационная комиссия не представляет необходимые документы. Комиссию возглавляет бывший руководитель администрации поселения совхоза имени Ленина Елена Добренкова. Очень затянут срок проверки, очень затянут, буквально прям вот беспричинно затянут. Если бы вовремя мы получали пояснение и информацию, это было бы легче сформулировать, возможно, и негативные факторы, которые повлияли на образование кредиторской задолженности, а может быть, объективные обстоятельства. Как выяснилось, Центр культуры и Центр физической культуры и спорта не оплачивали счета за аренду, электроэнергию и другие услуги. При этом выяснить причину, по которой возникло такое положение вещей, ввиду отсутствия ряда документов, не представляется возможным. Депутаты увидели свое решение этой проблемы. Необходимо подключать уже органы правопорядка, органы надзора и уже идти в этом направлении. На заседании Совета депутатов, которое прошло перед бюджетной комиссией, было принято решение об освобождении от должности председателя ликвидационной комиссии экс-руководителя администрации поселения совхоз имени Ленина Елены Добренковой. Мы направляем в адрес прокуратуры письмо с просьбой посодействовать контрольно-счетной палате в ходе проведения проверки администрации подведомственных структур совхоза имени Ленина. Это, во-первых, даст объективную картину, во-вторых, это усилит позиции контрольно-счетной палаты, потому что ситуация как бы из ряда вон выходящая для нас. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.